доехали от Женевы до Монро, Монтрё, партизанскими тропами. Набор высоты был 1 километр. Сейчас едем на реке Рон наверх. А луна как одуванчик. Семь часов утра. В Швейцарии очень много источников воды, рукотворных и нерукотворных. Очень приятно, не нужно ехать, переживать, есть вода, нет вода. Вода есть всегда и везде в разных видах. Ну, здесь они что-то наизвращались такого. Велосипедными дорожками все классно, все оформлено, нарисовано. Вот те велосипедные дорожки обозначены. Вот маршруты нарисованы. Куда хочешь, ориентируешься. Можно и GPS-ку не иметь. Местные приехали водички набрать. Класс. Это все та же велодорожка. Все те же лица. Зион. Забрались на замок. Видюшечку снять, панорама.
Оттуда мы приехали. Ага. Да, сейчас сядет аэродром. Здесь недалеко. Сейчас самолетик сядет туда. Краники есть везде, даже в такой верхотуре. Наш привал 1 сентября. Заправляемся на дорогу. Свёколка. Швейцарский лес. Здесь бегают и ездят швейцарские велосипедисты. И кабаны по ночи. Про ночь-то не обязательно.